В манеже Санкт-Петербурга открылась выставка, посвященная 350-летию русского балета. На двух этажах организаторы построили настоящую машину времени. При входе вы бесплатно получаете плеер с наушниками, и под музыкальное сопровождение Чайковского, Стравинского, Прокофьева и других композиторов отправляетесь в путешествие по основным вехам истории развития балета. От первого танца при царе через русские сезоны Дягилева и противоречивые события советских лет прямо к современным звездам и в класс балетной школы Вагановой. Интересно будет, даже если вы ничего не слышали про балет, поклонники танца останутся в восторге. Здесь примерно 1000 экспонатов, картины и фотографии, личные вещи артистов и костюмы из известных спектаклей, афиши постановок и архивная видеохроника. Есть даже балетный станок и театральный зал. Как и в современном балете, на выставке сочетаются традиции и новые технологии. Архивные экспонаты дополнены мультимедийными инсталляциями, а музыка в наушниках сменяется короткими историческими заметками. Их озвучили артисты Юлия Рудберг и Игорь Меркурбанов. Ваше местоположение определяется автоматически, и как только вы переходите в новую зону, начинает звучать актуальный визуальному ряду фрагмент. По выставке можно пробежаться за час, но лучше уделить ей 2-3 часа, чтобы успеть увидеть и услышать все задуманное авторами. Цена билета 700 рублей. Сеанс начинается каждые полчаса. В первые дни на входе был ажиотаж, но все желающие смогут посетить выставку до 21 мая.